После трагедии в Кемерово Генпрокуратура поручила Министерству по чрезвычайным ситуациям России и надзорным ведомствам провести до середины апреля проверки торгово-развлекательных центров по всей стране. Так, сегодня Главное управление МЧС Республики совместно с прокуратурой проверили новый торговый центр по улице Тувинских добровольцев. Совместно с сотрудниками МЧС проводятся проверки соблюдения правил пожарной безопасности во всех торгово-развлекательных центрах, досуговых детских организациях, объектах культуры, спорта и во всех местах с массовым пребыванием людей, расположенных на территории городского округа. В случае выявления нарушений будут приняты меры административного характера. Также будут внесены представления руководителям для устранения нарушений. Дается месячный срок для этого. В случае неустранения нарушений будут приняты меры судебного характера. Проверяющие в первую очередь обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации, эвакуационные пути и наличие средств пожаротушения. В первую очередь должен быть документован пожарными рукавами, да, стволом. Постоянно должен быть присоединен к внутреннему противопожарному водопроводу. И на месте должен быть барашек. То есть сейчас он находится здесь, да, на видном месте, но показана неправильно точка местонахождения. То есть ее надо будет перенести к лестничной клетке. В ходе проверки в торговом центре срабатывает учебная пожарная сигнализация. В это время на четвертом этаже здания, где находится детский игровой зал, у сотрудников на сбор всех детей уходит около 5 минут. Отметим, что проверка проводилась в будний день и в утреннее время. Детей сегодня всего 5 человек, не говоря уж о выходных и праздничных днях, когда малышей в разы больше. По словам специалистов, подобные мероприятия нужны для оценки уровня подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные ЧС, пожары и иные внештатные аварийные ситуации. Кроме того, проверки также дают возможность оценить работу экстренных служб города на деле. Штат на приеме. Отметим, что межведомственные комиссии посетят торговые комплексы, имеющие развлекательные центры, образовательные учреждения, социально значимые объекты с круглосуточным пребыванием людей, культуры и спорта. Всего в нашей республике планируется проверить более 200 объектов. Итоговую оценку внеплановым проверкам по пожарной безопасности дадут в органах прокуратуры Тувы.